Традиционный турнир по боксу, посвященный Дню Победы, проходит на базе Дюшор номер 1 уже не в первый раз. И, как полагается, на подобных мероприятиях вначале было открытие, где с приветственным словом к участникам обратились руководители отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома. А также на суд зрителей был представлен показательный номер цирковой акробатики в исполнении Илоны Кузубовой, и турнир начался. Турнир является как бы повышением мастерства молодых боксеров. Некоторые проводят первые бои, некоторые бои проводят уже, много боев провели. В общем, здесь разный уровень. Естественно, что как к подготовке к соревнованиям, так и к самим боям у юных спортсменов и профессиональных атлетов подход различный. Взрослые тренируются каждый день, тренируются много. И более упорно физическую подготовку. Юноши, они в основном осваивают технику. И общеразвивающая, так, юноша отличается физической подготовкой, техникой. Сегодня финальные бои еще продолжались, поэтому о результатах этого турнира позже. Сейчас лишь скажем, что он, этот самый турнир, удался. И, кстати, в связи с участием в нем представителей украинской школы бокса, он получил статус международного соревнования.